хочемо з вами сьогодні обговорити ті питання, які, напевно, хвилюють кожного з нас, хвилюють Україну, Європу, Сполучені Штати Америки. Напевно, немає жодної на сьогодні людини в світі, яка би не переймалася проблемою України. І з огляду на все те, що ми є такий регіон буремний, ми знаходимося на Західній Україні, в нас така виникла ідея, і ми вирішили долучити до нашого обговорення регіон Східний. З нами сьогодні на прямому зв'язку будуть наші колеги, політологи, викладачі університетів, громадські діячі, колишні чиновники, навіть екс-губернатор буде серед них, які живуть на сході України. Я думаю, що це надзвичайно важливо з двох таких моментів. Ми дізнаємося правдивий аналіз ситуації, що насправді відбувається на сході регіону. Реакція для нас це дуже важливо сьогодні, я думаю. І, по-друге, ми зможемо донести якісь свої такі думки і меседжі до Сходу України про те, що Україна єдина, ми неподільні, ми суверенні, і ми держава сильна і міцна духом. Свій короткий виступ я хотіла би почати з такого окреслення зовнішньополітичної ситуації, яка склалася на сьогодні навколо нашої держави. Значить, нас цікавлять протестні настрої на сході України і на заході України. От ваша оцінка, що власне відбувається в Донецьку? Наскільки ця ситуація в Донецьку є складною, і чи дійсно є такі заклики до поділу України? Закликів таких нет. Все достаточно спокойно. Я в Фейсбуке периодически выкладываю, проезжая по городу, наши площади, которые, в общем, остаются пустыми. Но у нас проходят митинги в поддержку Единой Украины. Вчера прошел подготовительный, так называемый, митинг по инициативе молодых ребят, которые его организовали возле собора главного в городе в поддержку Украины. Никаких эксцессов, то есть все достаточно либерально, спокойно. И сегодня в 6 часов вечера готовится митинг в поддержку Украины, который будет на площади Ленина. Я постараюсь сфотографировать, и если мои ребята там будут находиться с видеокамерой, может быть, выложу в интернете, как это будет все происходить. По поводу захвата в администрации. Что можно сказать? Вопрос такой интересный достаточно, потому что группа людей, которые, видимо, решили, что они могут вопрос таким силовым путем решить, он совершенно не поддержан народом, и в принципе и в средствах массовой информации это тоже не освещается. То есть как-то там у них у самих все это происходит, они самопровозглашаются, самовыбираются, но решение это никаких легальных за собой не несет. Поэтому власть живет своей жизнью, эти люди, которые сидят в администрации, они живут своей, видимо, жизнью, а общество живет своей жизнью. А вообще, в целом, обстановка очень спокойная, и Донецк такой инертный в плане протестности. Но, тем не менее, обсуждение этой проблемы, конечно, есть, и опасения, безусловно, есть. А если, наверное, у вас такой естественный вопрос, если поддержка Майдана здесь, в Донецкой области, вопрос такой интересный. Я могу сказать так, не все поддерживают Майдан, однозначно, не все. Читая курс сравнительной политологии, и там есть такой момент, как федерализация, да, и что такое федерация. Вы же знаете, как специалисты, федерация – это единство и децентрализация. Стоит ли он перед Украиной? На мой взгляд, нет, он не стоит перед Украиной. Понимаете, у нас нет таких исторических предпосылок для того, чтобы мы разделились. Давайте себе условно представим. Восток Украины. Что такое Восток? Это нужно административно, очевидно, как-то это поделить, да, чтобы это было представлено в региональном плане, как это поделить. Это Харьковщина, это Луганск и Донецк. То есть последняя попытка, которая была предпринята, это, по-моему, попытка Бессмертного, который пытался, как-то там административные вещи эти делать. Вопрос, кто стоит с флагами, это интересный вопрос, потому что я не могу вам сказать, что есть люди, которые не приходят по своим убеждениям. Наверное, такие есть. Я на таких митингах не была, не знаю. Спрошу у своих ребят, которые являются журналистами. Но настроение, да, настроение есть, пророссийские однозначно есть.
Понимаете, что люди, они, ну, им свойственно те страхи, которые у них есть, еще и подкрепляются. Представляете себе эту обстановку и ситуацию? Я могу сказать, мои ближайшие родственники очень сильно озабочены какими-то формированиями, которые якобы едут, которые будут их грабить, убивать. И вот это нужно как-то очень серьезно заняться средствами массовой информации для того, чтобы развеять.